Заставьте шар коснуться правой стены. Может, что-то по такому же принципу сделаем штуку? Что у нас с ним сделает? Угу. Исследуем игру. О, кстати, здесь можно неплохую сделать штуку с трамплином. Круто получилось. За две фигуры. Заставьте шар коснуться правой стены. Выбивалку делаем, смотри. Чук. Пау! Почти. Короче, смысл такой, что она должна падать, зацепиться и ударить сбоку. Есть.